Йоу, всем привет! Сегодня я записываю видео по танку AMX 1357 GF Grand Final. И это танк, профессия которого щекотка. Профессия этого танка щекотка, потому что он щекочет противников. Он их может защекотить до смерти, до смеха, как повезет. Потому что, почему до смеха, а не до смерти? Потому что не всегда он их пробивает. Но зато, когда пробивает, вам становится приятно. Пытался я в этом бою сначала поехать на ЛТшное направление, но, как видите, динамика этого щекотуна не позволяет обогнать даже тяжелые танки, не говоря же про то, чтобы занять позицию вон там вот, вот возле этого домика, где я обычно занимаю позицию на светляках. Так, включаем обратно сохраненную камеру и направляемся щекотить ЛТТБ. Легкий танк тяжелого бронирования. Остается у нас 4 пульки. А у ЛТТБ не остается ХП. За 7 пулек удается отправить его в ангар. За 7 пулек, за 7 секунд. Ведь перезарядка между выстрелами всего-навсего секунда. Единственное, барабан этот стараться нужно реализовывать в упор, потому что за секунду пушка не успевает досвестись при стрельбе на средней и дальней дистанции. Еще на этом танке желательно сразу никуда не ехать, постараться дождаться подходящего момента и тогда уже заехать противнику в корму или в борт, пока его будут отвлекать союзники, потому что пробитие базовым снарядом всего-навсего 140, ну же, 143 миллиметра и 90 хп сносит за выстрел в среднем один снаряд. Так, вижу я, что вместо вазика, который я приехал сюда убивать шотного, здесь еще и HTC и Супер Персик. И так просто сейчас этого вазика не убить. Но я замечаю, что объект 416 стоит портом. Естественно, он в этот борт сразу получает два раза. Приезжает HTC. HTC иногда даже в борт не пробью. Но здесь приезжает Супер Персик. Супер Персика мы начинаем щекотить через забор. И Супер Персик начинает, смотрите, после этого бояться щекотки. А я начинаю бояться того, что сейчас противники доберут нашего ИСа-8 и вывалятся на меня, но все-таки заряжаю барабан. И сначала думал я выкатиться, но вот куда сейчас выкатываться? На HTC в лоб? Я его никуда не пробью. Надо пользоваться нашей максимальной скоростью, которая под гору и при езде на ровной местности набирается относительно легко. Максималка 61 км в час. Убегаем, меняем позицию. Смотрите, ну вот что я сделаю на этом фланге вместе с нашим шотным вазиком против целой толпы супостатов, которых я в лоб даже не пробью. Но зато я могу принести пользу на другом фланге. Осталось только до него доехать. Давайте будем ехать быстрее. Думаю я, с какой стороны сейчас мне ворваться к противникам. Выбираю для себя одинокую цель, которой можно будет зайти в борт или в корму. Сначала я хотел зайти пощекотить Т-28 HTC, телефон, он же HTC, и, собственно, этим я сейчас и займусь. Он сейчас отвлечен лорой. Захватываю на автоприцел и начинаю его щекотить. За 4 выстрела Т-28 тоже начинает бояться щекотки. Заряжаю барабан. Барабан заряжается всего 15 секунд, поэтому не нужно стесняться его скидывать. К сожалению, Т-30 добирает, которого хотел добрать я. 704 в укрытии. Ну вот, С-8 отлично видно. Он отлично простреливается в корму. А в борт, как вы видите, уже начинается памперси. Что по-французски обозначает нечто между не пробил и нечто среднее между не пробил и рикошет. 4 пульки остается. Заезжаю к 704-му и успеваю два раза стрельнуть по нему. Заряжаю новый барабан. Вижу, что у нас противники подбираются к нашей базе. И, по-моему, сейчас я буду союзников наших призывать вернуться на захват, а сам поеду, попытаюсь добить вражескую арту. Ну, я посмотрел, что союзники и сами без моих подсказок сообразили. 50-120, красавчик. Смотрит на мини-карту, молодец. Возвращается на базу. А я еду щекотить холодильник. Да, вот какая у нас замечательная игра. Игра про танки, а в этой игре про танки можно щекотить холодильник. Где еще, в какой игре можно это сделать, скажите мне.
И вот он засвечивается, холодильник. Смотрите, да? Рикоше! Два раза в лоб я не пробиваю арту. Это норма для MX-1357 при стрельбе обычными ББшками. Как-то раз я в лоб вылетел на бачата 155-55. Четыре первых раза по нему в лоб были памперси и рикоше. 4 из 4. Вижу, что у нас начинается захват базы, но также я вижу о том, что где-то здесь Т-25 пополам. Т-25/2. И можно попробовать поехать, пощекотать его. Тем более, что базу у нас защитили. HTC наш союзный встает на захват. Я в это время засвечусь. 90-ик фуловый, но 90-ка я не боюсь. Потому что по нему, во-первых, союзники начинают дамажить, отгоняют назад. А во-вторых, потому что у меня скорость реализации барабана выше, чем у него. У него перезарядка 2 с чем-то секунды, по-моему, между выстрелами. А у меня всего 1 секунда, поэтому он пока по мне 2 раза стрельнет. Да, ну, 125 пополам, я решаю просто разменяться хп. Разменю 238 своих драгоценных хпшечек на танк вражеский. Отправляю его в ангар, заряжаю новый барабан. Жду MX-1390, когда он вылезет. И MX-1390 не заставляет нас долго ждать, ведь он сейчас зарядит барабан. Да, ну и я подсказываю HTC, что что-то он стоит в районе круга вражеской базы, но стесняется в него заехать. Не стесняйся, HTC. Заезжай смело. Лора требует света. Я свет на самом деле даю. Если я попробую свет дать выше, то 90-ик вывалится на меня и убьет. Сейчас просто нужно дождаться момента, когда он осмелеет и попробует появиться сверху. Засвечивается в это время вражеский супер персик. Я решаю пострелять по нему. Но он стоит лбом. В лоб его не пробью, естественно. Нужно дождаться, пока он станет бортом. Борт у него за какими-то укрытиями. Борт башни. Почему-то я не попал. Попал, но не пробил, потому что там экраны. Но наконец-то счастье. Счастье произошло, и я его добил. Остается у меня 5 ББшек. Здесь дилемма, заряжать 5 ББшек или 8 галдинок. Понимаю я, что по 90-ку я 8 галдинок могу и не успеть расстрелять. Заряжаю ББшки, союзники пробуют на него, по нему нанести урон. Не очень пока что это у них получается. Ну и я пробую тоже по нему нанести урон. Начинаю его тоже пробовать защекотить. И это мне получается с переменным успехом. Точнее, пока что не с переменным успехом, а просто с успехом. Жду я, пока будет захват базы. Когда он почти произойдет. Еще и союзники по нему стрельнули. Так что я теперь смело выезжаю. И достреливаю по нему последние 3 пульки. Но, к сожалению, первая пулька уходит в молоко. И поэтому не удается убить 90-ка. Это, конечно, грустно. Был бы 90-ти к моим 5-м фрагам. А тем временем HTC, осмелевший, захватывает вражескую базу. И мы направляемся смотреть результаты боя. Это знак классности мастер. 97 тысяч кредитами, из них 90 тысяч чистыми. Потому что я нанес 3200 урона стрельбой обычными ПБшками, которые стоят 3 копейки. А также насветил 1177 хп. Заработал 2275 чистого опыта с премиум. И с этим видео все. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.